Авторы, идеи есть какие-то? Как насчет путешествия во времени? Кто-то прислал вырезку из газеты. Разыскиваю. Предлагаю отправиться со мной в прошлое. Это не розыгрыш, а плата по возвращению. При себе иметь оружие, безопасность не гарантируется. Я делаю это лишь один раз. Хочу найти этого парня. Многие верят в такую ерунду. Думаю, это будет забавно. Хочешь заняться? Можно взять практикантов. Я хочу. И меня возьмите? Хорошо. Дайте мне лесбиянку и индуса, и я сделаю статью. Что накопало? Его имя. Где работает? Почему ты думаешь, что передо мной он дверь не захлопнет? Но вряд ли к нему подходили красивые девушки. Легче. Оружием торгуешь? Что-нибудь сексуальное, недорогое, с убийственной силой? Для борьбы с вредителями? Если ваше объявление не врет, у меня есть идеи получше. Надеюсь, над калибровкой вы поработали получше. Калибровка — это дело десятое, ясно? В лицо смерти когда-то заглядывали? Иначе меня здесь бы не было. Я думаю, ты готова к следующему этапу. Тренировка. У меня получается лучше, чем у тебя. Только не задавайся, ладно? Я уверен, что разговоры записывают и за мной следят. Что не так с этим парнем? А почему ты думаешь, что с ним что-то не так? Но он собирается попасть в прошлое. Почему ты хочешь вернуться? Все дело в сожалении об ошибках. Как бы нам ни хотелось, мы никогда, никогда не скажем. Эй, забрось свои фигурки из «Звездных войн», потому что будет еще сотни достойных фильмов. Кеннет, так зачем тебе напарник? В мире полно придурков. Сними эти дурацкие очки и возьми эти. Да этот парень просто гроза девчонок. Но я верю, что есть и хорошие люди. Потому и дал объявление в газету. Думаю, ты готова. Я тебе доверяю. А как? За ним действительно следят. Ну и погоня. Мы едем 15 миль в час. Послушай, приходи на место запуска. Я возьму тебя за руку и покажу, что это возможно. Так о чем твоя статья? Я уже и сам не знаю. Надеюсь, что если вы смотрите это видео, произошло нечто невероятное.